Даниэль, добрый вечер. В общем, крыльчатка на нашу турбину уже распечаталась. Довольно-таки хорошенькая она получилась по размерам. Значит, есть нюансы. Она у нас имеет другой вес и нагрузку дает на мотор другую. Получается, потребляет наш мотор сейчас уже в 3 раза больше нашего тока, поэтому пришлось поменять другой драйвер двигателя. Вот, опять же, тот же драйвер, который мы заказали, он греется сильно. Я поставил сюда радиатор, вроде с ним он работает стабильно. Минуты 3-4 работал без проблем. Сейчас начал разбираться с управлением этого мотора. Там другой драйвер, поэтому система там более специфическая. Вот. Сейчас покажу, как это у нас там работает. Ну, довольно-таки шустро он вращается, и поток воздуха очень большой. То есть, я думаю, для нашего проекта он подойдет без проблем вообще. Вот. Значит, турбинка наша уже в процессе. То есть корпусные части у нас печатаются довольно-таки шустро и качественно, что самое главное. Ну, разбираемся с кодом конкретно по управлению этого мотора. И когда закончу, уже, как и говорил, буду связываться с нашим газовщиком и будем ехать проводить наш эксперимент.